Привет, криптоманы! С вами я, Олег Фартовый, с обзором на бесплатную раздачу криптовалюты. И у нас на обзоре сегодня новый Airdrop. Но вначале хорошие новости по предыдущим проектам. Итак, кто принимал участие в Airdrop от биржи Lucky, токены наконец-то поступили на баланс биржи. Как и было обещано, раздавали они три вида токенов. Вот первый токен — это МГТ, я получил 16,5. Далее токен SEOL, получил я 11 тысяч токенов на сумму 62,95, почти 63 доллара. И токен VIX, 55 токенов. Токен SEOL будет торговаться на бирже Lucky в паре с эфиром, но пока торгов по нем нет. Кто будет смотреть свой баланс на бирже Lucky, когда вы нажмете на активы, слишком долго загружаются балансы. Также мне уже пришли монетки HDR вот с этого аирдропа на биржу Waves. Вот эта монетка, получила 3 монетки. Цена на нее пока 3 цента, но обещает, что она пойдет в рост. Раздача монет еще продолжается, так что можете получить. И изменились правила. Давайте перейдем в Telegram-группу, где идет раздача монет. И здесь появилось вот такое сообщение. Внимание всем участникам проекта. Все, кто новый участник, теперь добавляет кошелек в Телеграме. Должна быть реальная фотография, имя и фамилия. Далее вместе с кошельком должна прикреплена быть ссылка на любую соцсеть с друзьями не менее 100 человек. У кого не будет, так просто не получите бонус. Ссылочку на эту группу я оставлю внизу под видео. Напомню, что здесь нужно отправлять кошелек Waves. Получить этот кошелек вы можете на бирже Waves. И еще новости по проекту RabbitCoin, где мы за простую регистрацию получаем на свой бонусный счет 21 USDT. Раздача бонуса заканчивается через сутки. И после окончания аирдропа, как нас заверяют разработчики, мы сможем вывести свой бонус. И токен RabbitCoin уже торгуется на бирже Etherflyer, вот этой. Я на этой бирже зарегистрирован. Вот этот токен RBTC, и торгуется он в паре с эфиром. И цена его на сегодняшний день почти $1.20. Ссылочку на регистрацию и на обзор я также оставлю внизу под видео. И теперь перейдем к обзору аирдропа. Это у нас Genium Coin. Здесь мы за выполнение задач в социальных сетях получаем 20 токенов GNC и 5 токенов за каждого приглашенного. Заявленная стоимость одного токена 1 доллар. И начало распространения токенов 15 июня 2020 года. Итак, мы здесь переходим по ссылочке. Решаем арифметический пример. Вначале нажимаем «Продолжить». После этого отправляем ответ. Появляются задачи, которые нам нужно будет выполнить. Здесь их не так много. Присоединиться к Telegram-каналу и Telegram-группе. Подписка на страницу в Твиттере. И третье необязательное задание — это присоединиться к Telegram-каналу рекламодателя. Переходим по ссылочке, присоединяемся к Telegram-группе, после чего нажимаем кнопочку «Выполнено». Теперь присоединяемся к Telegram-каналу, после чего нажимаем «Доны». Следующая задача — присоединиться к Твиттеру, и в бот мы отправляем свое имя пользователя с собачкой. И теперь у нас следующая необязательная задача — присоединиться к Telegram-каналу рекламодателя. Если мы выполняем, то переходим по ссылочке, если нет, то нажимаем «Пропускать». Задачи мы выполнили, теперь отправляем адрес эфириум кошелька MiserWallet, MetaMask или любого другого кошелька, поддерживающего RC20. На баланс мы получаем 20 токенов GNC, свою реферальную ссылочку, приглашаем и зарабатываем дополнительно 5 токенов за каждого приглашенного. На этом у меня все. Кому было полезно видео, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры, и помним, что под лежачий камень крипта не течет. Всем удачи, пока!